Извините, пожалуйста, вы не очень торопитесь? Не могли бы приглядеть за моей удочкой? А в чем дело? Мне нужно в туалет. И? Это очень дорогая удочка, а мне очень нужно, понимаете? По-крупному. А почему вам не взять свою бесценную удочку с собой и не пойти по своим крупным делам? Но вы же не хотите, чтобы я при вас это сделал? Ну что ловим? Червяк, мотыль, опарыш или хлебный мякиш? Я опарыш. Вы только к рыбакам представите. Ну, а ваша коляска вас не интересует? Идите узнать, чем они кормят детей. Гляди, у тебя же клюет. Во-первых, хватит мне тыкать. Во-вторых, мне нужно указывать, что мне делать. В-третьих, вы же пойдете уже, куда держали путь, пока не встретили меня. Да ты глянь, как заглатывает. Сейчас сожрет у тебя поплавок твой, и все. Оставьте нас с рыбой. Я, может, покормить ее пришел. Да то я! Руку! Больно! Мужик! А! Нет, Толя, ты видела этот крючище? На такой, наверное, акулу можно поймать. Нет, ну акулу точно нельзя. Ну, если только совсем маленькую. А вот большая рыба сорвется. Ну, сорвется или нет, это еще от лески зависит. Ой. Нет, крючок вполне себе удержать может. Смотри, как он загибается. Можете просто достать крючок, не комментируя его габариты и прочее. Как вы умудрились так себя подцепить? Да, я умудрился. Теперь ваша очередь проявить мудрость и знания. Ваша фамилия... Шурин? Шубин. О, а вы, случайно, не тот самый детский писатель? Книжки про слоненка, а? Как его звали-то? Валентин Аркадьевич? Да, я. Да нет, там какое-то смешное имя было такое. Ну, Оля, ну, ты же все помнишь, ну? Ну, Оля. Мишка. Точно. Слоненок Мишка. Там еще рисунки такие классные были. Ты мой однофамилец. Правда? Шубин – редкая фамилия. Того, кажется, тоже Валентином звали? Мы тезки. Такое с людьми иногда случается. Вы шутите. Ну, признайтесь, вы решили нас разыграть? Поверьте, играть с вами сейчас мне хочется меньше всего на свете. Я не понимаю. Что у вас за паспорт такой? А? Вообще ничего не разобрать. Скажите мне день и месяц вашего рождения. Зачем? Вы меня поздравлять будете? Пишите любое число.
Любое не положено. Ваше скажите. 1 апреля. Он опять шутит. Я опять не шучу. По-вашему, люди что, не могут родиться 1 апреля? Жаль, что вы не он. Я вырос на книжках Шубина. Я надеюсь, в институте вы читали другие книжки. На кокаин переносите? Понятия не имею. Это как так? Вам не делали раньше обезболивающие? Делали. Про аллергии и прочее запоминала моя жена. Ну, так ей можно позвонить? Нет. Почему? Вы давно развелись. Ну, позвонить-то ей можно? Нельзя. Она что, глухая? Она умерла. Извините, мне жаль. Давно это случилось? Какая разница? Тащите уже. Тащите крючок. Без укола тащите. Наконец-то. Теперь я могу уйти. Чуть позже. Сначала сделаем вам укол от столбняка. Крючок мог быть каким? Правильно. Грязным. Я не хочу никаких прививок. Отдайте мою одежду, я уйду. Вы отказываетесь? А вы понимаете, что если грязь попадет в кровь, вы умрете? Я умру, если останусь здесь еще на минуту. Ну, как знаете, я вас предупреждал. Подпишите тогда отказ, что понимаете риск и сами несете ответственность. Ага! Вы нас обманули! Это все-таки вы! Оля, я же говорил, что это он! Почему вы сразу не признались? Хотел, чтобы это преступление вы сами раскрыли. Без укола от столбняка, дорогой папа Слоненко, я вас не отпущу. В детстве вы были моим любимым писателем. Я не дам вам просто так умереть. Сергей Петрович, это вы куда это? Опять в курилку? Да я не... Пойдемте, нет, пойдемте, я вас послушаю. Да нет. Не померяю. Ну не надо мне уже мерить ничего. Добрый день. Здрасте. Ну, здравствуй, вдовец. Как они нашли твой телефон? Он записан у тебя в паспорте на последней странице. Ты часто стал забывать? Я забываю только то, что не нужно помнить. Зачем ты пришла? Мне позвонили, сказали, что у тебя был сердечный приступ. Ерунда. Я просто потерял сознание. Ты говорил с врачами? Не с тем, который тащил крюк, с другими, с нормальными. Заведующий сказал, что это чудо, что обошлось одним приступом. Тебе нужно новое сердце и полный покой. Ой, как дождь-то разошелся. А я машину утром помыла. Что ты сказала? У тебя кардиомиопатия, осложненная пороком сердца, который неоперабелен. Завтра соберут консилиум по твоему поводу, но... Без пересадки сердца прогноз неутешительный. Прости, что принесла дурные вести. Почему так всегда с докторами? Приходишь к ним вынуть обыкновенный крючок. Они находят другие болезни. И теперь им нужно вынуть еще и сердце. Ты принесла мою одежду? Тебе нельзя отсюда уходить. Хорошо. Значит, я уйду отсюда в трусах. И пусть им будет стыдно. Это тебе будет стыдно. Мне не будет. Ты хорошо понял то, что я тебе сказала? Да. Врачам не нравится мое сердце. Но меня оно вполне устраивает. Ну, ты не понял. Хочу домой. Нет.
зачем ты обманул Таню? Тебе трудно раз в полгода с внучкой посидеть. Я никого не обманывал. Таня могла позвонить, прежде чем приходить. Ты ей сказал, что тебе нужно срочно бежать. Я бегаю по утрам. Ты не знала? Давно? Давно. В туфлях. Кроссовки испачкались, поэтому надел туфли. У тебя нет дома кроссовок. Я была у тебя сегодня утром, когда собирала вещи. Забыл? Я сказал, кроссовки сильные испачкались. Пришлось их выкинуть. А почему у тебя до сих пор ключ от моей квартиры? Потому что ты не сменил замок. Меня устраивает старый замок. Тебя вообще устраивает все старое. Я считаю тебя, да. Я звоню тебе целый день. Куда ты пропал? У меня грандиозная новость. Ты не поверишь, они снова сделали это. Вместо «ты не поверишь» нужно сказать «ты опять ничего не поймешь». Помнишь, в прошлый раз мы запретили выпускать игрушечных слонов, похожих на твоего Мишку? Не мы запретили, а ты запретил. Я действовал в твоих интересах. Меня не интересовали игрушки. И конфеты тоже не интересуют. Но ты зацени! Эта шоколадная фабрика в этот раз пошла еще дальше. Они выпустили всех твоих персонажей. Слона, ежа, ворону. Даже имена такие же оставили. У всех конфет такие мерзкие рожи. Почему мерзкие? Моему сыну Ёж очень нравится. Впрочем, это не важно. Мы должны судиться. Сомневаюсь, что эти твари будут пользоваться спросом. У них колоссальный объем продаж. Ты можешь озолотиться. Хорошо, мы можем озолотиться. Я больше не хочу никаких судов. Это настолько... Мне даже лень подбирать слова. А тебе не надо ничего подбирать. Надо просто переоформить на меня доверенность. Львиную часть работы я беру на себя. Если откажусь, ты все равно не останешь. Большое спасибо, месье, что согласились повидаться со мной. Je me présente, Миниазовут Винсан Амари. Я владелец фабрики, которая производит такие замки. Угощайтесь, пожалуйста. Хорошо. В любом случае, я еще не видел никого, с кем так сложно было бы устроить встречу. Шоколад он хочет откупиться. Не советую. Если дойдет до суда... Вам придется заплатить намного дороже. Я всего лишь хотел привлечь его внимание. Дорогой Валентин Аркадьевич, знаете, вы получите компенсацию за нарушение авторских прав. Но дело не в этом. Я ваш самый большой поклонник в мире. Мой самый любимый эпизод – «Слон Мишка и Новый год». Извините, пожалуйста, что отвлекаю. Винсан, я нигде не могу найти детей, везде их ищу. А, ку-ку. Привет, шпионы. Я вас нашел. Я вам разрешил подглядывать, а вы подслушиваете. Быстро, быстро отсюда вылезайте. И не делайте вид, что не понимаете меня. Ты с ума сошел? Сядь! Я тебе сказал, сядь! Потерпи. Давайте, давайте. Будьте послушными. Позже поиграем. Тут де сюит. Сколько раз я должна вам повторять? Извините моих детей. Они вас обожают. Как и миллион других детей и родителей во всем мире, которые вас тоже обожают. Но вы написали только 7 книг. Вы не хотите написать продолжение? Детям всегда мало. 7 – хорошая цифра. 7. Хорошо. 7. А эта цифра, может быть, она будет лучше? Чтобы пробудить ваше желание написать продолжение и заодно уступить нам права на съемку мультфильма. Я не понимаю, о чем вы тут говорите, но соглашайся на все. Это предложение века.
Эти герои мне больше не интересны. Я это говорил редактору и могу повторить вам. Все эти персонажи для меня давно умерли. И никакие деньги не заставят меня к ним снова вернуться. Я уважаю ваше мнение. Спасибо. Но я задаю себе вопрос. Нельзя ли совершить чудо ради детей? Существует что-нибудь, что может переубедить вас? У вас не хватит сил совершить это чудо. Правда? А если я скажу, что могу уладить ваши проблемы со здоровьем? У вас большое сердце, а у меня большие связи. Валентин Аркадьевич, мы могли бы найти лучшего хирурга, чтобы вылечить вас. Или даже, не знаю, организовать пересадку. Вы знаете, как это называется? Да. Новые приключения. Слона Мишки. Считаем от 1 до 100. 101, 102, 103. В другую сторону. Да какая разница, в какую сторону считать? Нам же надо, чтобы я... Вы с ума сошли? Что вы тут делаете? Почему не в палате? Я уронил ручку, а клюшка-то не моя, но я знаю, кому ее нужно отдать. Пусть хозяин клюшки зайдет ко мне сам. Садитесь. Вам нельзя наклоняться. Если что-то упало, нужно позвать медсестру или санитара. Давайте руку. Я звал, но они сказали, что под лавкой моей любимой ручки нет. А я, как видите, ее нашел. Вы ведете себя крайне безответственно. Вы знаете, как тяжело получить новое сердце. Вы понимаете, как вам повезло? Я бы вел себя иначе, если бы мне сказали, кто был его прежний хозяин. Не надо ставить мне ультиматум, и все равно не скажу. Давление не поднялось. Вот видите. Я в прекрасной форме. Мне давно пора выписывать. Какого цвета чернила в вашей любимой ручке? Самого популярного. А точнее? Черного. Это моя ручка. А вы не умеете врать? Я писатель, я умею врать. Мне ее выдали на конференции кардиологов. Если бы вы надели очки, вы бы сами это заметили. Хотите, чтобы я выписал вас за нарушение режима? Очень хочу. По этой или другой причине, неважно. И не нужно было устраивать цирк. Я уже подготовил все документы к выписке. Включая ваши... Вы уверены, что хотите его забрать? Если я не могу жить со своим сердцем внутри, почему его не хранить снаружи? На самом видном месте. Конечно, куда интереснее было бы посмотреть на свой мозг. Но с ним я пока не готов расстаться. Помимо резких наклонов, вам также нельзя спешить, поднимать тяжести. Не трудитесь, я прочел методичку, которую мне дала медсестра. Я уже выучил все нельзя. Теперь вы еще понять, что можно. Вот. Я написал вам свой личный номер. На тот случай, если у вас появятся неприятные симптомы. И первое время без помощи близких вам лучше на улицу не выходить. Я куплю собаку.
Вы, кажется, меня не поняли. Вам нужен человек, на которого вы могли бы опираться. Вам действительно кажется, я все понял. Спасибо, доктор, что спасли мою жизнь. И жаль, что не удалось спасти того парня, которого я всегда буду вспоминать, если вы мне скажете хотя бы его имя. Или это была женщина? Здравствуйте. Меня прислал Винсента Мари. Я звонила вам днем, вы не отвечали. У вас телефон работает? Мне не нужна сиделка. Еще умею делать инъекции и печатать. Очень плохо. Если хотите похвалить себя, так и говорите. Печатаю очень хорошо. Неплохо, можно сказать, о моем самочувствии. Я принесла препараты, которые вам прописали. Их нужно хранить в холодильнике. Я уберу? Так, тут еще продукты для вашей кардиодиеты. Сейчас. Оставьте на столе. Ага, я положу. Вот. О! Банку надо заменить, на ней трещина. И лучше хранить вот здесь. Если вы не против, я могу вам сделать первый укол. Их 3 раза в день надо делать, чтобы интервал был достаточный. Я против. Я против. Вы не слышали? Мне надоели уколы. И уже надоели вы. Хорошо, я подожду, пока вы передумаете. О, уже начали писать книгу. На случай, если вы плохо понимаете русский язык. У меня есть чугунная кочерга. Вы намекаете, чтобы я ушла? Нет, говорю прямым текстом. Валите, пожалуйста. Ой. Ой. От боли. Тоже могу сделать укольчик. Ложитесь на диванчик. Обещайте мне, что вы сразу потом идете. Хорошо. Тише, я тише, тише. Не выдержу столько ласкательных суффиксов. Сейчас. За день. Давайте. Тише, 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 тише. Так. 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 Сейчас. Оп. Не торопитесь вставать, пусть лекарство питается. Кстати, меня зовут Таисия. Можно просто Тося. Следующий укол я сделаю в поликлинике. Вы можете быть свободны. Вам было больно? Мне хочется остаться одному. Хорошо. Я могу посидеть на кухне и приготовить вам ужин. Совсем одному. Во всей этой чертовой квартире. Месье Мари заплатил мне за месяц вперед, чтобы я здесь работала. Он очень переживает за ваше самочувствие. Я не проживу месяц. Если кто-то будет жить рядом. Скажите Винсенту, что в таких вопросах он сначала советовался со мной. Шубин! Валентин, у тебя совесть есть? Ты почему не позвонил, когда выписался? Тебе покой прописали, тебе лежать надо. Но если тебе что-нибудь нужно, ну позвони мне. Я все устрою. Тебе это тяжелое таскать-то нельзя. Дай мне. Осторожно, она может разбиться. Это в других руках, в моих-то не разобьется. Валя, Валь, ну куда ты идешь-то? Валентин, ты уже начал писать? Вот благодетель.
обещала платить любую трость, какую я пошла. Любую. Твой благодетель даже перечислил тебе на счет аванс. Скажи, что я предпочитаю наличные. Не люблю иметь дело с виртуальными деньгами. Поставьте, пожалуйста. Я говорил, Винсент против. Он за прозрачность деловых отношений. Ты когда книгу писать начнешь? Я должен поставить точные сроки в контракте. Ну, примерно хотя бы число скажи. 18 декабря. Эта трость не продается. Почему 18, не 16, не 15? Ты просил примерно, я сказал. Извините, что отвлекаю вас от насущных проблем. Сейчас. Но если предмет выставляется в магазине, значит, он продается. Я же вам сказал, что не продается. Это выставочный образец. Поставьте, пожалуйста, на место. Выберите любую другую вещь. А может, вы лучше поставите другую вещь, а я куплю эту? Послушайте, давайте не... А вы знаете, кто? Вы посмотрите, кто перед вами. Это же великий детский писатель. На его детских книжках выросло несколько поколений. Может, в том числе и вы. Ребят, вы не поверите, кто заглянул ко мне в гости. Посмотрите, да это профессор Джон Рональд Роуэлл Толкин. Так не продадите. 1 миллион евро. Ну? Извините еще раз. А у вас нет красивой емкости? Мне надо переложить мое сердце в другой сосуд. Сердце? Этот недавно треснул. Вы не можете показать вот эту емкость? Или она тоже выставочная? Я перезвоню. Секундочку. Вот. Молодец. И что ты натворил? Почему сразу я натворил? Может, это его воображение разыгралось? Видел, с кем он общается? Эй. Так как насчет трости? Я могу купить эту вещь? Аба. Заплатишь ему. У меня наличные кончились. Сколько я вам должен? Понятно. Хватит. Я проверила. Все правильно. Ваш счет заблокирован. Может, это у вас называется правильно? А я не могу снять деньги со счета. Что, простите? Я сказал лишь быстро лежать! Ты глухой! В смысле, здоров? Нет, не совсем. Поэтому я не могу быстро. И лечь не могу. Меня недавно прооперировали. Если я быстро лягу, я могу совсем не встать. Если ты не ляжешь, я тебя пристрелю! Вы пришли грабить банк или убивать посетителей? Если грабить, вам нужен не я, а касса. Тем более, что денег у меня все равно нет. Банк не хочет мне их отдавать. У меня больше нет. Клади сюда все! Руки наверх, чтоб я видел! Нажмешь какую-нибудь кнопку, я тебя пристрелю! Вы не сможете. Она за пулей непробиваемым стеклом. Только шум наделаете. Отдавай все деньги, иначе... Он труп! Считаю до трех! Обычно считаю до 10. Дайте человеку время подумать. Хотя чего тут думать? Отдайте ему все деньги. Он убьет меня. Вы слышали? 3! Он сказал 3! Может, она не слышала? Меня собираются убить, если вы не отдадите все деньги. Я не могу. Да уберите вы пистолет. Я обо всем договорюсь. Юлия Юрьевна, дорогая, вы работаете кассиром, так? А он работает грабителем. И, в отличие от вас, пока справляется со своей работой хорошо.
И если вы не отдадите ему все деньги, то ему придется сменить квалификат. Сынью! Опустите пистолет. Похоже, Юля боится оружия. Здесь я приказываю! Да мы это все поняли. На вас маска, вы можете кричать страшным голосом. Я вас прошу, не приказываю. Юля и так напугана. Берите оружие. Пожалуйста. Привет. Я тебе звонил, ты не брала трубку. Решил вот зайти и узнать, как поживаете? Тебя же выписали. Как видишь. А где моя любимая внучка? Мотя! Выходи! Пришел дедушка, принес вкусный торт. Мы уже 4 года, как не зовем ее Мотей. Когда ты уже запомнишь? Вы сменили имя, наконец-то. Я говорил, что Матильда – неподходящее для ребенка имя. Мы ничего не меняли. Просто ей нравится, когда ее называют полным именем. Как взрослую. Матильда в детском саду. Лично я могу ее забрать и привезти. Мама заберет. Зачем мама, когда уже пришел я? Мне не трудно. Это же рядом. Вроде бы, да. Если не хочешь, я могу подождать в комнате. Стой на месте! Я только что помыла пол. Чё ты такой грязный? Зашел в банк, его начали грабить. Это штукатурка. Бандит стрелял в потолок. Ты совершенно не умеешь врать. Зачем ты пришел? Я не вру. Когда я вру, я делаю это прекрасно. Почему мне никто не верит? Что тебе нужно? Только говори честно или уходи. Один француз помог мне найти новое сердце, и теперь я должен написать продолжение книги про слона Мишку. Понимаешь? Нет. Первые книги я придумывал, когда ты была маленькая. Я читал их тебе. И ты говорила, что непонятно и когда не смешно. Я больше не буду этого делать. Знаю. Поэтому мне нужна Матильда. Моя внучка будет моим первым слушателем. Значит, когда я просила тебя с ней посидеть, ты говорил, что был страшно занят. Я был не очень хорошим дедом. Признаю, я готов все исправить. Давайте начнем все с чистого листа. Ты был плохим отцом. Деда моя дочь почти не видела. Почти громко сказано. Признаю, мы виделись не так часто, как мне хотелось. Когда у нее день рождения? Ваня. Какого числа? У меня плохая память на числа. 1 мая. Она родилась 1 мая, через месяц после тебя. Не только через месяц, но и спустя много лет. Да хватит мне зубы заговаривать. Это что это у тебя? Ты что, плачешь? Нет. То есть да. Я не понимаю, почему так происходит. Ты что, пытаешься меня разжалобить, что ли? Нет. Они сами текут, честное слово. Наверное, это из-за нового сердца. Это просто отвратительно. Уходи. Уходи немедленно. Тань, я сказал правду. Меня тошнит от твоей правды. Как ты себя чувствуешь-то вообще? Хорошо. Спасибо, что спросила. На здоровье. Под ноги смотри, там на 2-м этаже ступеньки нет. Я заметил, когда поднимался. Я передала ваши слова Мари. Он сказал, либо у вас будет сиделка, либо вы возвращаетесь в больницу. Нет, он как-то мягче сказал. Не понимаю, почему у меня так грубо получилось. Не надо за меня переживать. Сиделка у меня уже есть. Знакомьтесь, Земфира Георгиевна, дипломированный массажист, медсестра.
и так далее. А вы умеете делать уколы? Конечно, она умеет делать уколы. У нее 2 медицинских образования. Ваш врач выписал вам еще один препарат. Тоже внутримышечно. Колоть 1 раз в день. Оставьте его. И всего хорошего. Нет. Месье Мари просил убедиться, что лечение будет продолжено. Если хотите, позвоните ему сами. Вот липуха какая. Вкали мне этот чертов препарат, чтобы она отвязалась. Раз уж вы все равно здесь, сходите на кухню, оставьте чайник. Вам помочь? Мы сами справимся. Чудесно. Вообще ничего не почувствовал. Учитесь. Ну, я, пожалуй, пойду. Конечно, Земфира Геннадьевна. Георгиевна. Пусть сама решает. Угу. Жду вас завтра в это же время. Да, до свидания. До свидания. Вы тоже можете идти. У вас брюки мокрые. Если хотите, я могу помочь вам с книгой. Я хороший слушатель. Еще я умею быть незаметной. Отведите мне угол, где я не буду раздражать вас. Давайте так. Я скажу о Марии, что вы делаете все правильно. А вы за это ничего делать не будете. Нет, Мария это узнает. Без уколов и ухода вам будет гораздо хуже. И потом. Я не люблю врать. Мне проще сделать укол. Зачем вам это нужно? Не хотите найти другую работу? Хочу. Но Мария очень хорошо платит. Больше, чем я смогу заработать где-нибудь еще. Тем более в моем возрасте. Только не надо кокетничать. Вы в 3 раза моложе меня. У вас должны быть другие нормальные дела. Или, я не знаю, дети. У меня есть взрослый сын, программист. Но он умеет сам о себе позаботиться. Оп. Как вам чай? Приемлемый. Хороший. Ага. С ромашкой. Я знала, что вам понравится. Хотите еще пирог? Я сама испекла. Нет, пироги у вас пока не очень получаются. Вы съели 4 куска. Я должен был убедиться, что прав. Можете жить в гостиной. Пока. Да, зайдите. Добрый день, Валентин Аркадьевич. Спасибо, что заглянули. Ой. Вы в порядке? Давайте чайку. Заглянули, говорите. Меня доставили в полицейской машине. Знаю, знаю. Но я вам звонил. Посылал повестки. Ну, вот вы никак не реагировали. На самом деле у меня к вам несколько вопросов по поводу недавнего ограбления. Я уже все сказал вашим коллегам, которые прибыли в банк. Так, вы сказали им, идите в задницу. В жопу, если точнее. Они приняли меня за преступника. С какой стати? У меня тогда даже оружия не было. Дайте, пожалуйста. Как вы это сделали? Одно время я хотел написать роман про фокусника. Изучал материал, брал уроки. Валентин Аркадьевич, можно я буду с вами откровенен? Можно я вам отвечу? Нет. Простите, я поменяю, это не та кружка. Вы как, с сахаром? Да все равно. Валентин Аркадьевич,
Мне нужен ваш профессиональный совет. Дело в том, что я тоже пишу книги. Вы, наверное, решите, что детективы. И будете правы. Я написал 2 романа. И вы хотите, чтобы я прочел? Да и не обязательно 2. Хотя бы 1, вот, последний. Я вас очень прошу. Знаю, решить, что я старомоден, так как печатаю на обычной машинке, но... Очень прошу. Тут 1000 страниц. Когда вы успеваете раскрывать преступление? Я же спросил, больше так не делать. Нет! Вы меня спросили, как я это сделал. Валентин Аркадьевич, ну, не знаю, сделайте еще раз. Придется посадить вас в камеру. Я не хочу читать ваш роман. Да ведь не обязательно весь читать. Хотя бы первые несколько страниц. Ты не понравится, бросьте. Просто подскажите, что поправить. Нюансы. Зачем вы написали это? Странный вопрос, чтобы другие прочли. Все пишут. Никто не задумывается, зачем. Если вам некогда, может, так и скажете? Мне просто не хочется. Не любите детективы? Я не люблю дилетантов, особенно тех, кто хватается за все подряд. Весной домино, летом дайвинг, осенью детективы. Зимой подскажите мне, что еще на «Д». Я не играю в домино. Я не занимался дайвингом никогда. Мне все равно, чем вы занимались. Мне не интересны ни вы, ни ваша книга. Вы опять потянулись к моей кобуре? Нет. Я хотел взять линейку, чтобы убить муху. Обидно просидеть столько времени и не сделать ничего полезного. На место положили? Знаете что, вы мне надоели, правда. Нет, хочешь с ним по-хорошему, я ведь ничего не понимаю. Господин Шубин, вы задержаны за попытку противодействия сотруднику полиции. Вот. Переночуйте с уголовниками. Ну что, взял? А я вот так. А? Здесь я вот так. А вот так. Так откуда у тебя тут? На еще. А есть. Так. Ну, откуда ты их берешь? Сейчас тихо. Да? Рожаешь, что ли? Чем ответить? На еще. Ты куда иди, а? Карта своих дай. А так. Хорошо. А вот так. А вот так. А? Да, да еще. Эй, а моя когда? А вот такую. Ладно. Шубин, на выход. Так а? Мы партию не доиграли. Ходи давай. Подождешь 10 минут? Ну, кто ходит? Так, у него шестерка, семерка. Эй, зачем? Червей, семерка, бубей. Валеты тут стрифовые. Начальник всю игру слил, ты че, а? Такой фарш шел. Не радуйтесь, студенты. Все равно не понял. Я все равно бы вас обыграл. Моя карта старше была. Опять играл в разведенного короля? В этой игре мне нет равных. А твои соседи по камере знали, что это ты ее придумал? Ну, это мой вклад в азартные игры. Ты прости, что не сразу приехал. Поздно узнал о задержании. Ну ничего, я этого следователя прижму. Я из этой истории такой скандал устрою. Не надо больше скандалов. Я, наконец, впервые хорошо выспался. И потом мне этот графоман преподнес урок. У меня больше нет писательского зуда, как у этого следователя. Вот почему мне не хочется сочинять про слона. Валентин, ты подписал контракт. Я не смогу объяснить Винсенту про твой зуд. Отвези меня к нему, я сам все объясню. Ты слышишь, что ты несешь? Ты хочешь отказать человеку, который готов обеспечить тебя до конца твоих дней? Значит так, мы сейчас едем к тебе домой. Ты еще раз хорошо поспишь, потом хорошо подумаешь, а потом сядешь и напишешь про своего Мишку. И все будет великолепно. Великолепно. Но!
горит, зеленый горит. Длиннее, не бой. Старый стал совсем. Поехали давай. Ты труп, труп. Слышишь? Сейчас ты свалишься. Да конец. Терминадо. Кончита пришла. А, мон ами. Мой друг. Это мой любимый писатель. Костя. Костя, возьми. Как вы себя чувствуете? Я себя чувствую лучше, когда об этом никто не спрашивал. Я слышал о ваших подвигах. Вас должны пригласить на телевидение, чтобы поговорить о новой книге. Кстати, насчет новой книги. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Ёжик никогда не приходит один. Что? Когда слон Мишка укололся и познакомился с семьей ёжика. Я боюсь, что у меня плохие новости. Ёжик никогда не приходит один. Извините, я вас прервал. У меня сегодня был сумасшедший день. Мне пришлось уволить режиссера. Так что вас привело ко мне? Мне нужно узнать, чье это сердце. Сейчас же. Вот почему вы пришли. Я не могу работать, не зная этого. Послушайте, эта женщина, 37 лет, погибла в результате несчастного случая. Фамилию сказать не могу. Это правда? Придется поверить мне на слово, как мы верим вам на слово. Так это работает. Хорошо. Ее зовут София. По знаку зодиака Весы. Так лучше? А если у меня ничего не получится, как у вашего режиссера? Что будет тогда? Очень смешно. Ну что, погнали? Седину и мешочки чуть-чуть приберем. Делайте, что хотите. Это развлекательная передача. Но нельзя с таким настроением идти к людям. Я не хотел никому идти. Меня заставили. Оказался этот пункт у меня в договоре. Пожалуйста. Пожалуйста. Последний. Можно, пожалуйста, вот еще вот тут вот нарисовать автограф? Я вам нарисовал 4 уже. У вас сколько детей? Это все для племянников. Они, ну, просто вот обожают ваши книжки. Младший Пашка. Для Пашки это. Спасибо. А вас нет там вот в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте? М? Где? В социальных сетях есть страничка? Не было и никогда не будет. Ну, а вообще это вы зря. Там сейчас, ну, просто весь мир живет. Там вам были бы очень рады. Угу. Алло. Хозяйку сердца звали София. Ты знала об этом? Нет, не знала. А вы знали, что начинать разговор лучше всего со «здравствуйте» или «добрый вечер»? У меня мало времени. Ой. Ограничимся приветом. Я хотел бы узнать о ней больше, но не знаю, как. Мне кажется, Мария мне не скажет. Значит, надо сделать так, найти того, кому о Марии скажет, а потом уговорить его сказать нам. Ну, попробую. Винцент же не один добывал это сердце. Какой еще мандалон? Привет. 5 минут до эфира, пойдемте в студию. Ромочка, эта мандула называется телесуфлер. Ни пух, ни пера. И вам не скучать. Сегодня лучший день в моей жизни. Я страшный фанат ваших книг. Видел бы страшнее. А. О вас давно ничего не было слышно. Наш редактор был уверен, что вы, извините, умерли. Надеюсь, ваш редактор не сильно расстроился, узнав, что он ошибся. 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня вторник. И этот вторник вы не забудете уже никогда, потому что у нас в гостях живая легенда, человек, подаривший миру слона Мишку и его безумных друзей. Встречайте! У нас в студии писатель Валентин Шубин. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Ну что ж, как многие из вас уже слышали, на днях наш любимый писатель спас заложников. Он вошел в отделение банка и не побоялся дать отпор
вооруженным грабителем. Но прежде чем узнаем, как это было, давайте посмотрим краткую справку про папу слона Мишки. Ваш редактор снова все перепутал. Я не давал отпор. Все было иначе. Сейчас нельзя говорить. Звук может попасть в эфир. Скажите в кадре. И первый вопрос, который наверняка застыл у всех телезрителей на устах. О чем вы подумали, когда увидели человека с оружием, направленным на вас? У него неровно сидела маска на лице. Я подумал, наверное, ему плохо видно. Да, и это чудесный ответ. Другого я от писателя и ожидать не мог. А теперь мы узнаем, что почувствовала обычная посетительница банка. Встречаем. Зинаида Валерьевна. Вы знаете, это было просто ужасно. Бандит выстрелил вверх. Он угрожал нас всех убить. Все время рвался в кассу. Мы все по команде легли на пол. Все, кроме Шубина. А Валентин Аркадьевич сказал, что он ни за что не преклонит колени. Бандит сказал, как так? А он говорит, вот так. Валентин Аркадьевич так мастерски взял в оборот этого убийцу, что подавил его своим авторитетом. Знаете, я, честно говоря, я не думала, что все закончится хорошо. Но все закончилось хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам большое, правда. Спасибо вам, дорогой и любимый наш писатель, за этот пример мужества. Таких людей нужно посвящать сразу в рыцари, согласны? Но не только за этот поступок. Валентин Шубин заканчивает книгу про новые похождения слона Мишки. Не ожидали, но это еще не все. Вовсю кипит работа над полнометражным мультфильмом. К сожалению, остается лишь несколько секунд. Скажите, пожалуйста, Валентин, что вы почувствовали, когда вам предложили написать продолжение и снять мумильм? Вчера мы ничего не написали. Позавчера написали заголовок, который сегодня вы зачеркнули. Так нельзя работать. Откуда ты знаешь, как можно работать, как нельзя? Почему вы все время на всех злитесь? Не все время и не на всех. Вы сами назначили с 8 утра до часу. Мы сочиняем новую главу. Это не я предложила. Я не могу сочинять главу. Мне ничего в голову не приходит. Совсем? Прям пусто-пусто? Ноль идей? Что даже самых безумных нет. Безумные есть, но не про слона. Я поняла намек. Ну, может, мы все же сконцентрируемся на работе? Расскажите вот о своем герое. Ты же читала мои книги. Читала, но я хочу, чтобы вы рассказали не как писатель, а отстраненно. Вот кто такой Мишка? Слон. Сбежал из цирка, попал в лес, в котором никогда не видели слонов. Так. А слон стеснялся своего веса и сказал, что он медведь. Но это не слон сказал, это заяц сказал, потому что он никогда не видел ни медведя, ни слонов. Вы что, забыли собственные книги? Ладно, заяц так заяц. Слона назначены медведем, потому что в лесу медведей давно тоже не было. Звери знали, что медведи большие и сильные. Так слон стал Мишкой. Да, и перестал стесняться собственного веса. Прекрасный конец. Который не предполагает второго начала. И другие конфликты тоже исчерпаны. Точка. А что вы раньше делали, когда у вас был ступор, вы не знали, как продолжить произведение? Я упивался ступором. Если бы вы упивались, вы бы не написали столько книг. Мне помогала дочь. Каждый раз Таня требовала новую историю. Я хотел удивить ее. Когда получалось хорошо, она смеялась. Все было просто. А вы говорили с Таней? Да. Она меня выгнала. Вы сдались. Сходите еще раз. Ей больше не нужны мои сказки. Вы сходите не как писатель, а как отец. Рано или поздно она вас простит. Я не могу не сказать, я когда увидела, как вы в эфире заплакали, у меня просто все сжалось внутри. Я не думала, что бывают такие чуткие такие ранимые мужчины. Я сейчас
вспоминая меня. Слезы. И у меня тоже, прости, мне просто, знаете, это удивительно. Мужчины так, ну, редко показывают свою слабость. Но это не слабость, это такая трогательность. Это, ну, я после эфира, я так долго не могла отойти. Девушка, вы скоро вернетесь. Сейчас! В общем, спасибо вам огромное. Это было просто потрясающе. Вы идеал. Вы образец для подражания. Это смелость. Это просто смелость. Да. Зачем ты пришел? Я зарос. А кому доверить свои волосы, как не собственной дочери? В смысле? Таня, это что, твой папа? А чё ты ничего не говорила? Девочки, дайте нам немного побыть вдвоем. Мы так редко видимся. Можно подумать по моей вине. Ну, пойдемте. Ты снег воды идешь туда. Я... Видишь ли... Хорошо. Скажу честно. Меня уговорила пойти к тебе Тося. Она делает мне уколы и помогает писать новую книгу. Ее приставил ко мне француз Винсента Мари. Зачем мне знать все эти имена? Ты права, лишняя информация. Я замечательно жил до того, как познакомился с этими людьми. Теперь я всем что-то должен. Мне ты ничего не должен. Поэтому можешь перестать преследовать нас с Матильдой. Что это такое? Ты опять плачешь? Нет, это вода. Ты меня обрызгала перед тем, как встреча. Я продал права на мультфильм. Так что, если хочешь, я могу вам с Матильдой снять другую, просторную квартиру. А если Матильда тебе не поможет? Ну, вдруг ты ничего не напишешь? Ну, я хочу снять квартиру просто так, чтобы тебе не приходилось ездить на работу в такую даль. Точнее, чтобы тебе не приходилось ездить в такую даль, чтобы получить внучку. Не поможет, значит, не поможет. Квартиру назад не заберу. Хорошо. Я привезу дочь, но больше ничего не обещаю. И новую квартиру я выберу сама. Ну ладно. Мы задержали человека, по описаниям похожего на грабителя. Кроме вас, близко его больше никто не видел. Поэтому, если узнаете, будьте добры, укажите порядковый номер. Господин Шубин, я не смел вас задерживать. Это было грубой, возмутительной ошибкой. Меньше слов. Давайте ваших уголовников. И это все? Ты что, собираешься простить его? Уже простил. У меня у самого бывают приступы гнева. Только возможности посадить нет. А это только все потому, что он уверен, он знает. В суде я размазываю, как блин, по сковородке. Первое – это ужасная метафора. Второе – я ни с кем не хочу судиться, о чем устал тебе повторять. Его здесь нет. Вы уверены? Уверен? Сейчас они поближе подойдут. Всем сделать два шага вперед и снять маски. Здрасте. А у того глаза были разные, разного цвета. Может, он линзы вставил? Тогда одну линзу. Вы издеваетесь? Какие линзы? Мы нашли у него оружие и деньги! Он сознался? Еще нет. Ждали, пока уж клиент его опознает. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Знакомого грабителя среди них нет. Это потому что злитесь на меня, да? Что мне еще нужно для вас сделать, скажите? Умолять вас, в ногах валяться! Писатель, дорогой! Помоги, пожалуйста, закрыть это долбанное дело!
что это было. Ты же опознал его. Я хочу, чтобы ты защищал этого человека. Ты же мечтал о суде. Валя, это уголовное дело. Рома, ты начинал с уголовных дел и был в них хорош, пока со мной не связался. Самое время вернуть долги. Я возьму на себя все расходы. Зачем тебе это надо? Из меня сделали героя, а из него злодея. Это несправедливо. И еще хуже, банально. Он грабил банк первый раз. И у него на то была веская причина. Месяц назад он зашел в банк с сыном. Мальчик хотел попить. А стакан на кулере был один. И все им пользовались. И мальчик подцепил заболевание. А отец решил вот так отомстить. Как ты узнал? Я не узнал, я придумал. Ну что, берешь клиента? Или так и будешь ходить за мной и конючить? И последнее на сегодня. Ваш герой может прикидываться квадратом. В глубине души быть треугольником. А вести себя как полный круг. Делайте объемные характеры. А самое сложное – придумать героя, у которого не будет цели. Вам скажут, такое не бывает. У главного героя всегда должна быть цель. Но это ерунда. В жизни бывает всякое. Вы не знаете, зачем я пришел. Читать вам лекцию? Или, может, мне захотелось в туалет? И я заодно заглянул к старой подруге. В любом случае, спасибо Аде Нарциссовне. Простите, Наргизовне за приглашение. А, чуть не забыл. Возможно, кого-то из вас тянет детскую литературу. Я могу дать домашнее задание. Если обнаружу способности, возможно, кому-нибудь помогу. Одной своей лекции ты зачеркнул все, чему я их учу последние полгода. Пожалуйста. До свидания. И про цель, конечно, наврал. Сюда ты пришел явно по делу. Пожалуйста. До свидания. Это был урок для тебя. Ох. Про мастерство подтекста. Ох. В конце концов, каждый успешный писатель обязан освещать дорогу молодым. Внизу я указал свой электронный адрес для связи. Ты хотя бы правильно его написал? То, что я не люблю социальные сети, не означает, что я не умею пользоваться интернетом. Тогда зачем рядом с адресом ты указал пароль? А этот конверт для тебя. Отбери 5-6 самых лучших кандидатов. Я тебе абсолютно доверяю. Нахал. Да. А еще я тебя устроил на эту работу. А еще я написал книгу под псевдонимом. Хотя нет. Это же была твоя фамилия. До свидания. Кто-то тут дуется у меня. Хватит уже дуться-то. Я не буду с тобой больше разговаривать. Уже взрослая девчонка, ну подумаешь, удалили зуб. Ну ничего страшного. Ну? Ну-ка смотри. Привет, дедушка. О, спасибо за слона. А как твои дела? Матильда, ну скажи хоть слово. Не заставляй. Если не хочет говорить, не нужно. У нее шатался молочный зуб. И я уговорила утром сходить ее к врачу. Ты обещала купить мне планшет. Да, я тебя обманула. Никто не дарит детям планшет в обмен на молочные зубы. Я могу подарить. Нет. Она должна усвоить. Это я забочусь о ее здоровье. И никакие подарки я за это делать не стану. И учти, если ты сидишь за моей спиной, это не значит, что я тебя не вижу. Купишь, я найду и выкину. Так, я пошла готовить обед. Ты остаешься с дедушкой.
Только долго, пожалуйста, не гуляйте, она плохо позавтракала. Да? Пока. Пока. Мама мне сказала, что я должна помочь тебе с книгой. Ничего ты не должна. Почему? Потому что дети душевно больные ничего никому не должны. Игрушка тебе тоже не нравится. Тебе честно сказать? Угу. Это не вы написали. Это всего лишь наброски. Идеи. В общих чертах. Ты говорил, у тебя сын программист, не знаешь, как выйти из этой игры. Все идеи чужие. Здесь ни одной вашей строчки нет. Я взял тебя на работу, чтобы ты помогала мне. А слышу пока только лишь критику. Вы для этого ходили в литературный институт, чтобы найти себе рабов? В договоре допускается участие третьих лиц. Моя бывшая нашла кандидатов. Я сократил их до 4. Осталось с ними связаться. Гонорар разделим по-братски. Вместе мы все быстро напишем. И ты сможешь от меня отвязаться. Признайся. Ты тоже мечтаешь об этом. Доктор отменил уколы. 4 главы вам уже прислали. Значит, на сегодня я вам не нужна. Ты что, обиделась? Ну, как знаешь. Bonjour. Добрый день. Oui. Если я не вовремя, я могу прийти в другой раз. Нет, это моя жена и дети вернулись не вовремя. Сейчас ничего худшего больше со мной случиться не может. Я перечитал на свежую голову ваш труд. И что вы об этом скажете? Формально вы хорошо справились. У нас был договор, и вы прислали первые 4 главы. Они не смешные? Да нет, смешные. Смешные. Но... Раньше в ваших книгах был не только смех. Дети смеялись, а взрослые грустили. Потому что они понимали, что вы хотели выразить что-то еще. В истории был еще и другой смысл. Возможно, более глубокий, более поэтичный. Спасибо. Я не могу сейчас с тобой говорить. Послушай, у меня встреча с важным человеком. Да, вчера тоже были важные гости. Потому что я обязательный человек. Слушай, я не хочу с тобой ругаться. Перезвони мне через часок, и тогда мы друг на друга нарвем, хорошо? Извините, это была моя жена. Вы плачете? Не нужно все принимать так близко к сердцу. Это не из-за сердца. Слезы текут сами по себе. Мы можем еще поработать. Это совсем неплохо. Просто небольшая критика.
Я знаю, что это вы автор, и это ваша работа. Если вы считаете, что это хорошо, давайте продолжать. Давайте публиковать. Никаких проблем. Это хорошо. А ну! Мне говорили, что моего донора звали София. Вас обманули. Валентин Аркадьевич, я не хотел огорчать вас. Кому приятно узнать, что его сердце раньше принадлежало серийному убийце? Что с ним случилось? Оперативники нашли дом, где он скрывался, окружили. Бандит оказал сопротивление. Ранил двух полицейских. Во время штурма его застрелили. Как вам мой роман? Вы обещали прочесть. У вас повесть, растянутая до романа. Диалоги хорошие. Но только ваши герои любят часто переспрашивать друг друга, задавать дурацкие вопросы. В каком смысле? Если выкинуть описание унылых будней, слить воду, получится крепкий детектив. Правда? Нет. Я хочу вам понравиться, потому что вы принесли мне добрую весть. А я хотел убедиться, стоит мне дальше писать или нет. Если сомневаетесь, не пишите. Спасибо. Как ты нашла меня? Вы же взяли с собой планшет. Там есть специальная программа, которая позволяет определить место, где вы находитесь. Проклятые программы. Они нас когда-нибудь истребят, поверь мне. Вы ушли без лекарств. Мне досталось сердце убийцы. Серийного. Что противнее втройне. Значит, Амари правильно делал, что вам не говорил. А почему вы сюда пришли? Обдумываю. Корабль угнать. Сейчас отчали и буду рыбачить. А папа у меня был заядлый рыбак. Если хотите, я могу вас научить, как управлять с лодкой. Или можем угнать другой корабль побольше. Не хочу. Вы переписали первые главы, я прочла. Ну, мне понравилось. Мораль есть, подтекст. Да нет, вы правы. Это никуда не годится, мы опять вернулись на исходную. Как, по-твоему, рождаются идеи? Не знаешь? А туда же. Почему вы постоянно вымещаете на мне свое раздражение? Ему досталось сердце убийцы. А что, было бы лучше, если бы ради вас погибла мать пятерых детей? Или доктор наук случайно свалился с лестницы? Вам дали второй шанс. Вы хоть изучите, как комар, откуда их здесь столько? Не знаю, меня не кусают. Свои своих не едят. Что ты сказала? Что слышали? А если мы ведем в книгу медведя? Настоящего? Ну, как он здесь появился? А какая разница? У нас лес. Медведь всегда может появиться в лесу. Но звери привыкли считать, что медведь – это слон. И тут появляется настоящий, который может доказать, что он медведь. Состязание! Да, они начинают конкурировать. Вправе защищать зверей. А второй медведь, он может оказаться не такой добродушный, как слон. Я терпеть не могу эту кашу. Тем более в сочетании с молоком. Раньше любил. Дедушка ревел, как дитя. Ай, ты где это все? Папуль, давай договоримся. Один приступ в 30 лет. Два раза за один год – это уже перебор. Я просто споткнулся.
Он просто залез на чужую яхту. Хотел шикануть перед молоденькой любовницей. Это была не яхта. И то сегодня любовница. Она помогает мне писать книгу. Она будет вечером. Если хотите, я вас могу познакомить. Дедушка влюбился? Дедушка отправил тебе рассказ про слона Мишку. Ты получила? Да. А игрушки с медведем Беем будут продаваться? Тебе понравился медведь Бей? Не сурок Тая? Медведь Бей злобный и крутой. Жаль, что его так мало. Он и меня в это дело втянул. Хотел, чтобы я ему поставляла хорошеньких студенток. Мам, перестань. А, ну, конечно. Пап снял новую квартиру, теперь мы его защищаем. Напомни, за что я тебя когда-то полюбил? Наверняка ведь было в тебе что-то человеческое. Опять цветы. Целый день несут, уже ставить некуда. А почему ты решила, что это ему? Может, это для жены? Может, у нас юбилей, 15 лет брака? Поздравляю. С чем ты его поздравляешь? Ну, какие 15 лет? Альбина всего на год меня старше. Он округлил. Поздравляю с победой в суде. Преступника освободили в зале суда? Да. Кстати, ты почти угадал насчет детей. Он отец-одиночка, растит двух сыновей. Судья дал год условно, плюс штраф и возмещение убытков за ремонт банка. И тебе тоже могли дать заложные показания. Ну, хорошо, что не дали. И еще нам больше не дадут денег. Винсент развелся с женой. Жена забрала детей, и он потерял интерес к книгам о слоне. А мультик будет? Будет. Так не сейчас. Матильда! Ой! Ну, сейчас будут книжки, будут, но не хуже. Я пошел в холодильник поставлю. Ну, да, мультики, конечно. Ой, глазки, конечно. Сейчас, а я пожар в лесу. Хорошо получилось. Да. Остальное тоже. Да. Ты молодец. Ну, это крохотная глава. Я просто развела вашу идею. Можно было развить еще. Дать проявиться другим персонажам, не только главным. Я прочел комментарии под твоим последним постом. Люди больше ждут мультфильм, чем новую книгу. Да нет. Ну, если иллюстрации книги будут такими же хорошими, как эскизы к мультфильму... Нет, не могу вам врать. Конечно, все расстроены из-за того, что мультфильма не будет, но посещаемость не упала, наоборот, вам очень многие сочувствуют. Сколько там не хватает? Да много. Может, нам поискать другого спонсора? А вы знаете, что такое краудфандинг? Это когда инвесторами становятся простые люди, которые верят в вашу идею. У нас есть сайт, поклонники по всему миру. Вы можете обратиться к ним и просить поддержать наш проект. Звучит туманно. Но если ты считаешь, что это сработает, я не возражаю. Напиши про это какой-нибудь жалостливый текст, я опубликую. Нет. Лучше живое обращение. Это не мой жанр. Ну, мы сделаем несколько дублей. Не надо заготовок. Чем искренне, тем лучше. А если вы еще заплачете? Не дождешься. Камера. Мотор. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Шубин. 25 лет назад я написал сказку про слона Мишку. У меня была маленькая дочь, и мне хотелось ей придумывать какие-то истории и те банальности, которые обычно рассказывают детям.
Вы поставили мое имя на обложку. Не только твое, свое тоже. Вы уверены? Я написала меньше, чем вы, намного. Если бы не ты, этой книги вообще бы не было. Спасибо вам. Спасибо тебе. Пожалуйста. Нет, это был намек. Предлагаю перейти на ты с автором. Как-никак. Если неудобно, тоже начну выпить. Как скажешь. Сегодня последний день краудфандинга? Да. Я боюсь, что придется вернуть деньги людям. Чего вернуть? Зачем? Ну, такие правила. Если мы собрали меньше пол... Сними. Сколько не хватает? Серьезно? Там много не хватает. Значит, придется поработать еще. Кстати, я придумала новую историю про других персонажей. Если ты не против, я с удовольствием ей поделюсь. Давай потом. Ну, ладно. Вот здесь, осторожно.